Анекдот для мега-отрыва лучшего паблика юмора ВКонтакте. Мега-отрыв. Короче, анекдот такой. Мужик такой из деревни, простяцкий мужик, приехал в Москву, ходит, офигевает от всего. Ну, первый раз он дожился и вдруг видит элитный женский туалет. Он говорит, почему женский? Только для женщин. Он говорит, пустите, хочу посмотреть. Он говорит, нет, 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 там все очень круто, очень опасно для мужчин. Он, умоляю. Он говорит, да ладно, заходи, только пойдешь. Никакие кнопки не трогай, да какие кнопки мне посмотреть? Он заходит, там унитазы бриллиантовые, золотые, он сел, все сделал и видит вот такие кнопки. Кнопка ТВ, ГВ, ПП и кнопка АУТ. Он такой думает, ну что, ну сидит без трусов, сидит и такой думает, что такое? Нажимает ТВ, ему в попу теплая вода. Пшик-пшик-пшик, он ТВ, а, это теплая вода, о, как классно, так, а ГВ? Нажимает ГВ, а ему горячий воздух, такая Он такой, вау, горячий воздух, подсушил. Думаю, что такое кнопка ПП? Нажимает кнопку ПП, ему порошковая присыпка в попу. Прык-прык, он класс. Что же такое кнопка АУТ? Нажимает кнопку АУТ и теряет сознание. Очнулся в больнице, все болит, весь в бинтах. Возле него стоит такая медсестра. Он такой, где я, что я? Она говорит, где вы? После женского туалета. Он точно. Я нажал кнопку АУТ, а дальше... Девушка, скажите, как расшифровывается, что обозначает кнопка OUT? Медсестра такая, мужчина, вы должны знать, что в элитных туалетах кнопка OUT расшифровывается как автоматическое удаление тампона. Ваш член у вас под подушкой. Друзья мои, мега-отрыв, мега-отрыв, мега-отрыв. Баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя. Жан.